Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет в обзоре автомобиль Lada Largus Cross FL 7-местный, цвет каракумы, такой коричневый, темно-коричневый металлик. Это новая модель 2021 года. Основная цель этого видео — мы будем сегодня прикидывать 18-дюймовые диски к этому автомобилю. Вы все давно знаете, что я занимаюсь литыми дисками, также продажами новых автомобилей Lada. Недавний обзор я делал на канале, вы видели по этому автомобилю быстрый обзорчик, да? Сейчас мы сделаем краткий и быстрый обзорчик по 18 дискам к этому автомобилю. Давайте я подставлю сразу диски и попозже вам сейчас расскажу по комплектации. Диски у нас 18 дюйма, Воссоны, да, видите надпись здесь снизу такая Воссон. Темно-графитовый такой хром. Очень клевые диски, РР-ки. 4x100 разболтовочка, друзья, здесь. Вылет 40-й. Давайте подставим, посмотрим, как это будет смотреться. Да. Почему я выбрал этот диск? Потому что, в принципе, сочетание темно-графитового хрома с цветом темно-коричневым выглядит очень солидно. Очень солидно и богато. Плюс дюйм позволяет выделяться этому диску. Автомобиль не маленький, он большой такой, как бы, и поэтому 18 дюйм здесь будет замечательно смотреться. Кстати, по автомобилю, да, мне кажется, вот когда изменили фейслифтинг, сделали мордашки, он как будто выше стал. Я сам пользователь автомобиля Lada Largus, и примерно вот я вижу, да, то есть у него достаточно такой дорожный просвет, очень существенный. Значит, давайте по внешней части. У нас изменилась радиаторная решетка. Она глянцевая, черная. X-образный бампер. Новая оптика фары. Противотуманные фары. Внедорожный обвес. Кстати, смотрите, здесь уже есть заглушки. Я думаю, что в перспективе АвтоВАЗ, наверное, сделает передний датчик парковки, потому что уже заглушки как бы есть на автомобиле. Внедорожный обвес черного матового цвета, изменились наружные зеркала, они идут с повторителем, окрашены в цвет кузова и выглядит очень стильно. Рейлинги, ручки дверей окрашены в цвет кузова, присутствуют молдинги на дверях, они идут черного матового цвета. Изменился и сам дизайн литого диска, стандартного литого диска. Он стал более такой массивный. Но хочу отметить, вот на свой взгляд, да, мне кажется, что диск выглядит маловат, конечно. Почему-то автомобиль с новой мордашкой стал немного раздутым. Вот, и диски маловаты. Вот на Vesta SV Cross ставить 17-й диск, я думаю, на Largus можно было с завода изготовителя поставить именно 17-е диски, именно в исполнении хотя бы Cross. Далее. Основные изменения коснулись по салону автомобиля. Салон, честно говоря, мне очень нравится. Мне нравится сиденье. Сиденье, водительское сиденье с регулировкой по высоте. Материал из эко-кожи плюс ткань. Largus Cross. Надпись на сиденьях, на спинках. Две передние подушки безопасности. Изменился рулевое колесо. У нас теперь появилась функция обогрева руля. Круиз-контроль. И клавиши управления аудиосистемой. Мультимедиа, друзья, у нас добавилось. Подогрев передних сидений стал трехуровневый. Обогрев лобового стекла добавился. А вот электрорегулировка наружных зеркал, друзья, у нас осталось по-прежнему все в том же месте. Добавился подлокотник. Тоже очень большой плюс. И большой плюс у нас выявились на картах дверей. На карты дверей стеклоподъемники. Давайте я сейчас вам покажу с водительской двери. Вот так это выглядит.
4 стеклоподъемника. Поэтому очень молодцы в этом плане, очень все хорошо. Далее, значит, появилась камера заднего вида. Камера заднего вида, она располагается у нас вот здесь. В принципе, большой плюс Ладу Ларгусу Кросса, это очень не хватало. Вот, ну это что касаемо по автомобилю. В этом видео мы не делаем обзор данного автомобиля, это так, к делу, так сказать, да? Но у нас сегодня обзор именно как смотрится 18-дюймовые диски на обновленном Ларгус Кросс, да? Друзья, пишите комментарии, очень интересно, как вам, как зайдет этот 18-дюймовый диск здесь или нет. Жду ваши комментарии, друзья. Подписывайтесь на мой инстаграм, контакты будут все в описании. По дискам, если кому-то надо, тоже можете мне писать в вайбер, ватсап, либо в директ в инстаграме. Также ссылочка на авито прикреплена к этому видео. До новых встреч, друзья. Удачи вам.